Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Кэт Макс, Каркарыч. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет! Привет! Здравствуйте, ребята, эту карту специально делаю для нашего сервера. Сейчас вы все увидите. Наша цель в этом ролике — убить Диппера, а все остальные должны его охранять. Не знаем, что с этого получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Серега, с центрального входа это очень глупо идти. Давай покажем карту. Давай. Карту делали ребята целый месяц, вручную. Такую карту вы нигде не увидите, ее скинули чисто нам для записи, чтобы я вам показал. Про разработку можно посмотреть в паблике, который уже создали. Все ссылки, короче, в описании. О, знаешь, что мы сейчас? Мы сейчас, сказали, походим, попробуем убить, а если они будут нас мочить, вот этот щиток отключает свет в пиццерии. Ну, пока этого делать не будем. Мы же сначала добро, по-добру, да, попытаемся? По-хорошему. Ой. Я уже так хочу, чтобы запустили сервак. Город очень большой. Здесь не только пиццерия, просто здоровенный Димас. Город. А что тут делать? А ты выйди, посмотри, тут Фрейд. Я вижу его и так. Он то появляется, то исчезает. Я, наверное, как пилпак, он, наверное, не влияет на меня. Только... Мы с тобой по очереди двери жмем. Не, его всегда видно. Так, идем на свет. Тут очень темно. Я не могу прыгать за как этого аниматроника. Как дома у... Ой. Шоколад. Ой, здесь так светло сразу. О, Диппер! О! Миссия выполнена, пацаны. Ой, извините, Макс. Обстоятельства. Обстоятельства. Я понял. Так, пацаны, первый раз вы очень легко сыграли. Вы даже не ожидали, да, что мы отсюда придем? Они нас ждали, наверное, откуда угодно, но только не оттуда. Да. Согласен. Мне нравится. Так, Серега, ты где? Я в пиццерии. Так, я лечу. А, ты же живой. Ах ты хитрый. Так, я пока лечу, ребята, смотрите карту. Крутецкая. Это Макс, я для тебя нычку нашел, иди сюда. А, и на карте еще работает день и ночь. Так, я тихонько прокрадаюсь опять убить Диппера. Я тебя вижу. Пацаны, берите перегвоздитель, пытайтесь нас как-то замочить. У нас. У меня всего 750 жизней. В принципе, это очень легко убить. У меня 5000. Так, вот здесь, короче, будет у нас, наверное, повар стоять и лупашить еду. Там барная стойка такая прикольная. Эй, слышишь, уже они по нам стреляют. Я вижу. А, так у тебя хоть есть преимущество, ты можешь стать невидимой. А ты тоже, по сути. Да, хорошо. Я не могу. Я могу только тпхаться. Ну да. Да ладно. А, твой аниматроник стоит заскриптованный. А, видел? Марионетка появилась. Да. Офигеть, разработчики карты классно запилили, молодцы. Респект. Ну, кстати, что я хочу сказать. Напишите в комментариях какие-то идеи, какие профессии нам добавить. Может, какие-то там маньяка. Может, нам добавить детектива можно, да, добавить. Или чинителя аниматроников. Пишите в комментариях, мы будем все читать и будем внедрять. Потому что сервер будет на 128 слотов. А если прям все получится, мы и 2 сделаем. Все зависит, как вы напишете, потому что карта уже готова. Уже здесь все очень круто сделано. Может еще не может, а добавить карты. Ой, добавят камеры, и здесь шторки будут открываться. Смотри, Димас, я пытался их обойти с правой стороны, но... Не дают, да? Хитрозады, да. Ой, Серега, блин, чуть не убил кого-то. Ай, ой, больно. Я просунулась, а! Шипит жопа. Я убил тебя, Серега, молодец. Димас. Ай, они меня пригвоздили. Серега, я буду мстить. Я не дам, я не дам. Я убил всех. Я убил. Понимаю. Я буду мочить за Серегу. О, заходи, Дима... закроемся. Заходи сюда, будем закрываться тут сидеть. Так я гвоздями пригвожден. Я жду. Я никого не пущу. О! Есть. Давай, Димас. Закрывай. Блин, кто-то выталкивает меня оружием говняным. А, говно, я застряла. Да что такое, кто выталкивает? Слышишь, ты бомж. Серега. Ребята, как все равно настроение классное? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. На тебе, на. Они в меня стреляют. Так, я лечу. Не знаю, откуда-то я появлюсь. Так, мы берем. Так, давайте еще раз возьмем, не знаю. Ой, давайте возьмем, который Серега играет. Он реально крутой, или нет? Я буду идти на работу. А я иду.
пацанчиков мочить, кого-то веселить. Я жду тебя у входа, Димас. Димас, чё ты где? Я иду. Потихоньку. На работу в пиццерию. А ну иди. Короче, иди, знаешь что, эту песенку будут олды всегда помнить. Эй, Диппер тута! О, всё. Кэтмакс, ты такой наивный, эй. Не оружие не выдаю. О, давай через крышу залезем, погнали. Давай. Вот говно не получилось, а? О, такой звук, когда бегаю. Так, теперь надо тут набрать маленького. Сережна, я иду к тебе. Падапам, падапам. Тарат. Умри, подлец. Эй, Кэтмакс, что ты такой же, не такой, как раньше? Ого, а что это охранники за... вентиляции делают? Читерское оружие. Чистим. А, подчищай говно. Так, туалеты с карточкой. Hello. Серега, слышишь меня? Hello. Да. Я снова к ним в офис зашел, я убил тут одного охранника. Съел. Так, Серега, я невидимый. Невидимый, да видимый. Ты незаконно быть. Так, невидимым. Тут Фредька стоит. Призывает, идите покушайте еды. Ребят, так вы чё, где вы? Чё вы не в пиццерии? Ого, вот тут в подвале кровяша. Да. Так, я тут полындаю. Кто-то ведро кетчупа это обронил. Ну, возможно. Или кто-то не успел до туалета добежать кровавым поносом. Не знаю, почему. Да, может быть и такой вариант. О, так смотри, я вышел вообще. Ой, я сейчас буду, короче, на крысу их отсюда мочить. Так, сидим. А, говно, пригвоздили меня. Сережка, Кэтмакс, ну что ты? Так, пошлите дальше, покажу вам еще. Скучай, ладно, Серега, бьют. Хотел показать, но выручу тебя и покажу. Так, давайте прочекаем. Сколько жизней? Все, я мертв. Ладно, я пошел, что ж уже тебя выручать, если уже все. Так, чекаем, я вижу их. Так, Серега, они, короче, ждут нас там. О, сидит. Фиолетовый Фредька. Так. Подождите, мы тут были, здесь зашли, здесь вышли. Так, подождите, они здесь. Вот здесь. А куда это? А я вас видел. О, так подожди, еще ниже? Так, Серега, ты помнишь, тут яма есть смертельная? Да. Офигеть! Да прям вообще круто сделали. О, тут грязь. Я прям когда хожу, слышно грязище. Чмяк. Так, это получается здесь, наверное, бандиты будут обитать. Или монстров могут сделать. Или каких-то брошенных аниматроников. Ближайшие аниматроники, которые освоились и живут здесь. С разных запчастей. Разу. О, мы можем сделать, короче, такие, что разные запчасти можно будет ставить. Там фиолетовая нога, синяя жопа. Так, подождите, а куда я забрел? Ой, тут тоже какое-то грязище. Так, сюда. Серега, я заблудился, сильно запутанно. А, нет, здесь все. Я ищу тебя, Димас. Я найду тебя. И выведу к выходу. Так. А чё здесь? А, здесь просто можно на ванне как будет сидеть. Так. Это я куда спускаюсь? Еще ниже. Ого, здесь как прикольно. Эту карту, ну, можно, наверное, часами изучать. Но мы сейчас пойдем валить Диппера. Ты где, Серега? 30-й раз. Я на сцене. Жду. Так, а где я вообще нахожусь? Ого. Я Димас на сцене, я жду, пока я перевоплощусь в более огромного аниматроника. Я иду к тебе, Серега, бегу со всей силы. Тут на меня охранники уставили. Ты сейчас меня увидишь. Я, короче, сейчас по красоте зайду к тебе. Так. Бегите.
Бегите, глупцы, он вас сожрет. Они меня убили. Так, я невидимка сделался, я в пиццерии невидимка, жду тебя. Откройте. Все по стелсу, все по стелсу. Короче, ты чего выпал-то? Эй! Ай! Передавай привет на том свете. Уже. Ты чё? Киканул. Я не могу кнопку открыть изнаружи. Давайте камеру сделаем нормально. Только через вентиляцию, Димас. Да я зашел сюда к челику, убить его не могу. Йога. Так, все. Выходи оттуда. Слышь, ты подлец, откуда ты стреляешь? Выходи, разбийник. Откуда? А, ты вот. Да как дверь? Открывается снаружи, что ли, дверь? Нет, внутри. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А, он зашел через вентиляцию. Блин, Серега, у меня что-то в кишках торчат гвозди, помоги. Отвали, бомж. А, вот так, значит, да, ты со мной? Вот так. Я к ним со всей душой. Димас, ты пришел. Ты где? Ой, я внутри. Ай, убили. Так, все, я внутри вентиляции, сижу, жду. Вообще без разницы, то, что человек. Ай-яй-яй. Буду мочить, кто в вентиляции там сидит, замочу. Нет, меня здесь нет. Я тебя вижу, твой физган желтый, вонючий, выходи. Подлый трус. Я тебя вижу, да. Тебя тень. Димас, думаю, пришла пора вырубать свет. Давай, выключай. Все. Снеговик так не пойдет. Я понял. Я внутри здесь, в вашем офисе, я теперь командую парадом. Вырубай, Серега. Я вырубил. А, уже? Да. О, да, вижу, маска темно, ловит, темно. Блин. Вообще ничего не видно, круто сделано. Эй, что за темно? Ну там как получится. Твердишь. Вот другое дело. Пойдет? Да. Ого, сюда достает. Так, давайте полетим, посмотрим, как она вообще со стороны, эта карта, когда она взорвана. Мы взорвали. Оно карту. Очень оптимизировано и вообще не лагает. Не спорю. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!